По китайскому гороскопу 2022 год – это год водяного тигра, поэтому его называют синим или черным тигром. Тигр олицетворяет энергию. Таким же будет и его год – ярким, энергичным и непредсказуемым. Нас ожидает во многом непростое, но интересное и увлекательное время, полное событий, имеющих серьезную перспективу, как в профессиональной, так и в личной сфере. Но в общем год тигра будет лучше, чем предыдущие два. Главными качествами хозяина наступающего года являются красота, благородство и справедливость. Но у тигра также есть и недостатки – это его непредсказуемость и вспыльчивость. Правда, свои когти он показывает в крайнем случае, только если его кто-то очень огорчил. Тигр очень ценит семью, поэтому те, кто еще одинок в год тигра, найдет свою пару. А те отношения, которые давно изжили себя, могут распаться, так как тигр не терпит лжи и обмана. Здоровым в год тигра будут те, кто соблюдает режим, в меру питается, тот, кто физически активен и понапрасну не рискует собой. В год тигра большинство из нас наконец-то поймут, что мир за последнее время кардинально изменился. Так, как было раньше, уже не будет. Возможно, вы поменяете род своей деятельности и наконец-то будете заниматься своим любимым делом, идя путем своего предназначения. Если вы не знаете, чем вам лучше заняться, то заказывайте консультацию, где я расскажу вам о ваших сильных сторонах, талантах и вашем предназначении. Заявки присылайте в Instagram Татьяна Дивия в директ. В этот год нужно стремиться познать новое, самосовершенствоваться и осваивать новые для себя занятия и навыки. Успех будет ждать тех, кто готов приспосабливаться к новым условиям. Украшайте ваш дом синей или полосатой декорацией. В сам праздник нарядите синие, черные или темно-зеленые цвета. Но не злоупотребляйте слишком пестрыми платьями или украшениями. Тигр этого не любит. На стол приготовьте, конечно же, мясные блюда. Но и зелень тигр тоже с удовольствием поест. Поэтому салатики тоже должны быть на новогоднем столе. Встретьте Новый год в небольшом кругу семьи и самых близких друзей, так как тигр не в восторге от чужаков. Ну и, конечно, в новогоднюю ночь загадывайте ваши желания. Как правильно загадывать желания, смотрите на моем канале в YouTube. Ссылку вы найдете в правом верхнем углу. А чтобы ваши желания обязательно сбылись, я дарю вам мандалу для исполнения желаний, которой вы можете воспользоваться уже сейчас. Чтобы ее получить, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пишите мне в Instagram в директ «Мандала для исполнения желаний». Напишите в комментариях, что вы желаете себе и своим близким в новом 2022 году. Я благодарю каждого за добрые слова и пожелания на моей страничке. Давайте сообща делиться светом и добротой друг с другом. Я желаю вам в наступающем году здоровья вам и вашим близким, чтобы все мы нашли выход из данной ситуации, чтобы наши самые заветные мечты сбывались и новогодние чудеса сопровождали нас всегда. Друзья, с наступающим новым 2022 годом тигра!